Пора открывать весенне-летний сезон праздников на открытом воздухе, и хоровац – лучшее блюдо, которое можно приготовить на мангале, ну а для тех, кто не ест мясо, он вообще незаменим. Пора внести немного разнообразия в меню на открытом воздухе, ведь не только шашлык можно приготовить на мангале. И, если вам хочется чего-то новенького, то этот простой рецепт хороваца как раз то, что надо, тем более, что летом у нас свежих овощей предостаточно, так почему бы не совместить приятное с полезным и не приготовить вкуснейшее блюдо на природе в компании семьи и друзей. В общем, вы уже можете начинать разжигать огонь в мангале, а я пока расскажу вам, как сделать хоровац, национальное армянское блюдо. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Готовить хоровац следует на углях, когда жар уже немного спадет. Итак, выкладываем овощи на решетку. Запекаем их, пока они не станут мягкими, а за 10 минут до готовности овощей, мы закапываем в угли репчатый лук, прямо в шелухе. Снимаем овощи с решетки, а перец перекладываем в пакет, завязываем и оставляем так на 10 минут. По истечении времени достаем перец и очищаем его от кожицы. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Затем нарезаем небольшими кубиками. То же самое проделываем с помидорами. Очищаем баклажаны. Также нарезаем кубиками. Измельчаем свежую зелень и чеснок, репчатый лук также очищаем и мелко нарезаем. Теперь соединяем все ингредиенты, солим и перчим, перемешиваем, оставляем хоровац пропитаться минут на 10, а уже потом подаем к столу. Приятного всем аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты. Баклажаны 3 штуки, помидоры 3 штуки, перец сладкий 5 штук, чеснок 6-8 зубчиков, лук репчатый 3 штуки, зелень свежая 70 грамм, черный молотый перец по вкусу, соль по вкусу, количество порций 6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Пусть вам сегодня повезет.